что-то хотела путешествовать, очень люблю, ну, смотри, не сюда финансы позволяют путешествовать. Не сюда... Моя сути готовилась музыкальными чемоданами, ездить, Походы? такая интересная жизнь. С детства вообще как бы мечта у меня была походы. Я с маленького, пойдем в поход, все звала. В итоге походы мы не ходили. А то со мной соглашался. Ну, еще одна мечта – это побывать в какой-то стране интересной, классической. Чтобы увидеть всю красоту, и культуру, и поесть фруктов. Каких-нибудь экзотических, таких, которых... Потому что я фрукты очень люблю. Но у нас здесь мало что есть. Смотришь по телевизору, типа, передачи на Галеку, смотри, ну, как он, Орел и Решка, да, передача такая интересная, как они, как мне нравится передача, они ездят, все рассказывают, девчонки. Вот эти фрукты, которые показывают, просто, ну, положительные. Ну, фотографировать я люблю. Хотела бы научиться получше. Сегодня муж мне... Ой, смотри, продаю профессиональный этот хороший фотоаппарат.